Здравствуйте. В прямом эфире программа «События. Новости большого города на Средней Волге». Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пенер. Главные темы выпуска. Самарский потоп в городе парализованном. После сильнейшего дождя сегодня проверили ливневую канализацию. Денежные сертификаты и экскурсия по Волге. Мэр Самары дарит подарки выпускникам-сиротам. Нет шансов на выживание. Более 200 гектаров самарских парков и скверов обрабатывают от клещей. Настоящий аленький цветочек. Ученые Самарского университета возродили редкий вид растения. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. В регионе работает 20 предприятий и научных организаций, включенных в реестр УПК Федерального министерства. На них трудится более 40 тысяч человек. В работе совещания приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители профильных министерств, руководители оборонных предприятий региона. Костяк УПК Самарской области составляют предприятия авиационно-космической отрасли, такие как РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор». Президентом России поставлена задача довести долю гражданской продукции и продукции двойного назначения до 30% к 2025 году и до 50% к 2030. Об этом напомнил губернатор Дмитрий Азаров. При этом прекрасно понимаю, что предприятие специфика, очень серьезная специфика. Тем более, считаю важным обсудить сегодня эти вопросы и хочу для себя понять, как мы эти задачи, которые президент поставил, будем решать и на конкретных предприятиях. Участники совещания считают среди факторов, сдерживающих диверсификацию производств, недостаток финансовых ресурсов для запуска производства гражданской продукции, высокую конкуренцию на рынке потребительской продукции, дефицит инженерно-технических кадров. Среди возможных мер решения задач на совещании прозвучало предложение облегчить налоговое бремя предприятий, вкладывающим средства в диверсификацию. Для организации этой работы на системной основе Владимир Купцов предложил создать координационный экспертный совет, куда бы вошли руководители оборонных предприятий, представители Союза машиностроителей, Союза работодателей, Министерства промышленности и торговли Самарской области. Прошу руководителей предприятий УПК уделить особое внимание вопросам участия в реализации национальных проектов с использованием имеющихся производственных мощностей. Руководителям предприятий необходимо в кратчайшие сроки поделиться возможностями проектов, чтобы власти понимали, какие шаги в направлении диверсификации уже ими сделаны. Виктория Шара, «События». Переселение жителей рабочего городка из аварийного жилья, решение проблемы обманутых дольщиков ЖК «Монблан», а также меры поддержки общественной организации «Комитет Чечня Самарской области». Губернатор Дмитрий Азаров провел личный прием граждан. Какие проблемы можно решить в ближайшем будущем и на какие вопросы потребуется больше времени в нашем следующем сюжете. Жительница рабочего городка Ирина Урсул вместе с внучкой Анастасией просит губернатора Дмитрия Азарова переселить их из аварийного дома номер 10. Здание 1864 года постройки рушится буквально ежедневно. Находится он на нынешней территории монастыря. Частично муниципальщики уже расселены, но так как мы с моей бабушкой являемся собственниками, наша ситуация очень давняя и проблематичная, потому что этот дом собирались расселять еще, кажется, в 85-м году, когда моя бабушка непосредственно переехала в этот дом. Так это все тянется, собственно, уже 30 лет. В прошлом году после обращения жителей городка Дмитрий Азаров поручил разработать план скорейшего разрешения проблемы. Сегодня министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что необходимые для этого 15 миллионов рублей найдены. Также требуется внесение изменений в действующие программы по переселению аварийного жилого фонда. Дмитрий Азаров поручил министру максимально ускорить этот процесс. Ирина Урсул попросила, чтобы новое жилье было расположено рядом с больницей Середавина, поскольку женщина перенесла инсульт. Давайте мы так поступим. Елена Владимировна поручение даст, поможет подобрать. Найдите там надежных людей, они есть, там взаимодействие с департаментом имущественных отношений. Пусть помогут подобрать варианты и сопроводить, чтобы не было никаких там ни обманов, ни нарушений. Татьяна Голуб и Нина Новик, представители инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Монблан», пришли на повторный прием. В прошлый визит губернатор поручил Минстрою разобраться с новым застройщиком и защитить права дольщиков. Из бюджета региона 65 миллионов рублей выделят на субсидии первоочередникам ЖК «Монблан». Кто ими станет, Дмитрий Азаров поручил решить самим дольщикам. Критерием для отбора могут послужить возраст, состояние здоровья, количество детей в семье и наличие ипотеки. Полностью решить проблемы дольщиков «Монблана» предполагается к 2021 году.
Деньги есть, но они есть не для всех. Соответственно, для тех, для кого денег нет, вопрос будет решаться квадратными метрами. Но вот здесь тоже возникает несколько вопросов. Кто будет этим самым инвестором? Насколько этот инвестор будет благонадежным? Да? Где будет выбрана площадка? И в какие сроки эти квартиры будут предоставлены? На приеме губернатора также рассматривался вопрос о предоставлении помещения для комитета Чечня Самарской области. Сейчас он располагается в Самарском госпитале ветеранов войн. Организации предлагали переехать в Дом дружбы народов, но его месторасположение и маленькие помещения не подходят для проведения масштабных мероприятий. Сейчас найдено помещение на улице Мичурина, 76. Оно требует ремонта. Губернатор отметил, что это место идеально, как с точки зрения расположения и проведения мероприятий у мемориала самарским воинам, погибшим в локальных конфликтах, так и с точки зрения соседства с Советом ветеранов. И поручил городским властям оценить стоимость ремонтных работ. Виктория Шара, события. Майский дождь и километровые пробки. После обильных осадков в Самаре оказались затоплены сразу несколько дорог и трамвайные пути. Водители с трудом преодолевали неожиданные водные препятствия. Сегодня все участки дорог, которые оказались затоплены, осмотрел региональный министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин, чтобы на месте разобраться с причинами коллапса. Такое поручение ему дал самарский губернатор. Мэр Елчан расскажет о результатах проверки. Стена дождя и десятибальные пробки. Во вторник вечером в Самаре количество осадков, выпавших за два часа, составило 80% от ежемесячной нормы. На нескольких улицах города ливневые канализации не справились с таким потоком. В том числе движение стало на Новосадовой. В обычный период у нас все работает, но в пиковый период нужно провести несколько корректирующих моментов. Здесь уже, наверное, будет проектное решение, предложение, либо по увеличению диаметра площади поперечного сечения подводящих труб ливневой канализации, либо увеличение количества точек ливневой канализации. По поручению губернатора Дмитрия Азарова, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин провел выездное совещание. Комиссионная группа проверила ливневые канализации на проблемных участках. Во время выезда выяснили, что в городе нехватка дождеприемников. Необходимо рассчитать точки сброса воды и дополнительно спроектировать новые. Где-то мы берем себе неделю на анализ проблемы, соответственно, и разработку мероприятий. После этого докладываем губернатору и принимается решение и ставятся сроки на разработку и на решение задачи. В недельный срок сотрудникам Минтранса, ОСАДа и Департамента городского хозяйства предстоит рассчитать точки сброса воды и представить предложение по строительству дополнительных дождеприемников. Мария Ильчан, Максим Гусев, события. Вместе в большое плавание. Самарские выпускники-сироты и те, кто остался без попечения родителей в честь окончания школы, отправятся на прогулку по Волге на теплоходе. Такой подарок ребятам сделала глава города. Сегодня Елена Лапушкина встретилась с лучшими выпускниками и вручила им денежные сертификаты. Андрей Горгуленко тоже присоединился к поздравлениям. Отличник, спортсмен и просто красавец. Данила Загидулин получает из рук мэра денежный сертификат, который полагается всем выпускникам-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Юноша – успешный легкоатлет, неоднократный призер Самарской области и отличник учебы. Со своей профессией будущий инженер-энергетик уже определился. У меня старший брат пошел по этой же специальности. Во-вторых, мне просто нравится физика и энергетика, электрика. И добавок наш лицей сотрудничает с данным факультетом, поэтому я выбрал его. На встречу с главой города пригласили самых достойных выпускников. Ребята показали отличные результаты в учебе и спорте или активно участвовали в общественной жизни школы. Многие претендуют на золотые медали. Отдельно Елена Лапушкина поздравила и опекунов детей. Я хочу прежде всего тоже к вам обратиться и сказать вам огромное спасибо за то, что вы принимали участие в воспитании этих замечательных ребят, которые сидят сегодня с нами и к которым я сейчас обращаюсь. Надеюсь, что вот этот достойный пример, достойных людей вы пронесете через всю свою жизнь и сохраните чувство благодарности к этим людям. Всего в этом году 11 класс заканчивают 47 детей, воспитывающихся в семьях попечителей и приемных родителей. Впервые глава города выпускникам подарила экскурсию на теплоходе по Волге, на которую ребята вместе отправятся в конце лета, когда поступят в вузы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.
Родители, на которых можно положиться. В Самарской филармонии прошел праздник «Крепкой стране, крепкая семья», посвященный Международному дню семей, который утвердил ООН. Самарская область стала первым регионом, где этот день отмечают еще с 1994 года. В этот раз сразу 8 семей с региона удостоены государственных наград. Андрей Горгуленко продолжит. Почти 35 лет в любви, согласии и верности. Семью Усачевых награждают государственной наградой губернатора Самарской области. Александр и Елена воспитали троих детей. Старшие дочери уже и сами нянчаются с малышами. Поэтому все внимание родителей к младшему сыну. Они помогают ему развить его научный потенциал. Только за последние два года Данила завоевал 15 дипломов разных степеней на олимпиадах и чемпионатах среди школьников по информатике, математике и физике. Мои родители очень мудрые люди, и очень бывает интересно разговаривать с ними, а вообще о любых темах. Мы просто считаем, что семья – это великая ценность в нашем обществе, одна из основополагающих, и поэтому у нас другого выбора нет. Ежегодно, накануне Международного дня семей, утвержденного ООН, правительство Самарской области проводит торжественное собрание, на котором лучшие семьи региона отмечают за значительные успехи в воспитании детей и укреплении семейных традиций. В этом году 8 семейств представлены на награждение государственными наградами Самарской области. От всей души хочу пожелать вам, дорогие земляки, большого семейного счастья, гармонии, добра, любви. Пусть ваших в домах всегда царит мир, согласие и взаимопонимание. Спасибо вам и еще раз с праздником. Завершил праздничную программу специальный семейный концерт. Свои номера показали творческие семьи Самарской области. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. Жители Самары поделились видео пожара в здании бывшей военной части на улице Гая, в которую ударила молния. По данным МЧС, в дежурную смену вызова по этому адресу не поступало. По словам очевидцев, огонь возник после удара сюда молнии. Также есть предположение, что кто-то просто укрылся в заброшенном здании, чтобы погреться в дождь. Пожары в здании на Гае в самом деле нередки. Сильный огонь бушевал здесь в ноябре 2018 года. В Самарской области маньяк-педофил признался еще в 4 убийствах. Речь идет о гибели 2 женщин и 2 несовершеннолетних девочек. Первая жертва – 8-летняя девочка из села Борская. Еще в июне 1997 года злоумышленник изнасиловал ее, затем зарезал, а тело расчленил и выкинул в мусорный бак. Остальные убийства также были совершены еще в 90-х. Пассажирский самолет «Боинг» авиакомпании «Ютейр», который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета. Лайнер приземлился в 22:16 по московскому времени. Представитель компании «Ютейр» отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам. Но по каким именно, неизвестно. Пассажиров пересадили на другой борт. Он прибыл в Самару из Сургута в 4:07 по местному времени. В Самарской области поля, на которых были засеяны озимые культуры, залило нефтесодержащими продуктами. В региональное управление Россельхознадзора обратился собственник участков, и на место выехал специалист отдела земельного надзора. Он осмотрел поля в Волжском районе, расположенные на землях бывшего колхоза «Путь Ленина». Пробы почвы отобрали и направили в самарский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории для исследования на содержание нефтепродуктов. Питомники Самарского зоопарка, расположенные в поселке Формальный, строят водоем для редких видов птиц. Его размер будет 30 на 15 метров. Сейчас спецмашины роют котлован для будущего водоема. Напомним, есть проект по созданию в Формальном сафари-парка. Работы по созданию зоопитомника начались в прошлом году. Там разводят сайгаков, глухарей, тетеревов, казарок, лебедей-шипунов, а недавно завезли лошадей Пржевальского. Еще в поселке Формальный создали центр по спасению и реабилитации диких животных. Теперь вычеркнуты с Красной книги. Все благодаря самарским ученым. Биологи возродили редкий вид растения – пион тонколистный. Почти 50 лет цветок считался исчезающим видом. Но ученым удалось превратить горсть семян в благоухающие кусты. Какие еще растения удалось спасти, узнал Даниил Лучко. Аленький цветочек нехитро найти. Но как мне понять, что нет его краши на всем белом свете? Считается, что именно пион тонколистный стал прототипом одноименной сказки Сергея Аксакова. И растет он не на неведомом острове, а здесь, в ботаническом саду.
Пиония тинуифолия или пион тонколистный в 20 веке полностью исчез с территории Самарской области. Долгое время был занесен в Красную книгу, но ученые Самарского университета смогли спасти и вырастить цветок. В начале 2000-х у биологов была лишь горсть семян. Спустя почти 20 лет они превратились в роскошные кусты с алыми бутонами. В ботаническом саду есть все необходимые условия для размножения дикого пиона. Не сказать, что он привередлив, потому что растение такое лесостепное и степное, а в степях условия произрастания довольно-таки могут быть суровыми, все-таки сухие, жаркие, лето, например. В самарских лесах около 60 видов растений, в то время как флористическая коллекция ботанического сада насчитывает более 3500 разновидностей. Ученые Самарского университета занимаются реинтродукцией, возвращают назад в природу исчезнувшие цветы, кустарники и деревья. Биологам удалось восстановить 10 видов редких растений. Среди них бересклет, можжевельник казацкий, княжик альпийский и 4 сорта ириса. Выбираем мы места для произрастания, для создания новых популяций такие, которые, на которых эти растения будут произрастать. И которые, как мы предполагаем, там эти растения были. Сейчас задача сохранить то, что удалось возродить, и увеличить популяцию редких видов. Как утверждают эксперты, пион тонколистный или аленький цветочек хорошо прижился на территории Кинельского района. Активно цветет, стабильно разрастается и дает потомство. Даниил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События. Клещам не оставит шансов. В Самаре сейчас активно обрабатывают парки и скверы от насекомых. Анастасия Ярыгина наблюдала за процессом. Дезинсектор Павел Коновалов – гроза самарских клещей. На страже здоровья самарцев он стоит более 20 лет. Рассказывает, сам клещей не боится, хотя его тоже кусали. Хочет, чтобы другим не приходилось терпеть медицинские обследования и бесконечные уколы от энцефалита. Поэтому старается выполнять свою работу качественно. Мы делаем мир чище. Тем более девиз нашей организации – открытый мир чистоты. А сейчас они на меня даже как-то и не... Я с ними даже как-то и не сталкиваюсь, не падают они на меня. Может быть, просто быстро погибают. Сегодня Павел снова вышел на борьбу с членистоногими. В этом году от клещей в Самаре обработают более 200 гектаров парков, бульваров, скверов и газонов вдоль дорог. В первую очередь от клещей избавились на Самарской набережной. В целом первичный этап почти завершен. Сегодня подрядчик потрудился в 11 скверах Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. В ближайшие дни бригады доберутся до Куйбышевского и Красноглинского районов. Работы закончат до 20 мая. На сегодня обработку прошли 3/4 скверов. Препарат, который используется, он широкого спектра действия. Он действует на всех членистоногих, то есть это на паукообразных клещей, которые являются переносчиками энцефалита и бруцеллеза. Действует также на насекомых, то есть это на комаров, которые также являются опасными переносчиками, в том числе лихорадки западного Нила, малярии, вот этих серьезных заболеваний, и на вредителей всевозможных. Скверы и парки обследуют до и после работ. Даже если изначально клещей не было, профилактическая обработка все равно нужна. Через 3-5 дней проводят повторную проверку, чтобы оценить эффективность средств. Норма не более одного клеща на 2 километра. При необходимости химикаты распылят еще раз. Обследование проводится с помощью флага. Это белая материя, прикрепленная к древку, которая проводится по обработанным территориям, по траве. Клещи, в свою очередь, цепляются за ткань, если они есть. И на белой ткани хорошо видно количество клещей. На очищенную территорию клещи все равно могут вернуться. Обычно они путешествуют на одежде людей, вернувшихся с дачи или пикника. Поэтому контроль за вредителями не будет ослабевать до осени. Самарцы относятся к этим мерам с пониманием и одобрением. Чтобы детки и чтобы взрослые тоже не... Сейчас же есть и энцефалитные клещи, это опасно. Препарат убивает клещей и насекомых. Для людей и животных он безвреден уже через 10-15 минут после распыления. Скоро в городе начнется борьба с грызунами. Это делают каждую осень и весну, когда наступает время миграции. Обрабатывать будут не только скверы и парки, но и городские пляжи. Анастасия Ярыгина, Николай Сидоров. События. Актеры Самарского театра «Мастерская» вернулись с гастролей из Венгрии 9 мая. Они выступали в Будапеште для ветеранов Великой Отечественной войны. Анастасия Ярыгина узнала, как приняли российских актеров за рубежом. На
На несколько мгновений зрители спектакля оказались в мае 45-го года. Праздничную атмосферу привезли с собой в Будапешт актеры театра «Мастерская» Валентина Долгополова и Никита Ходенков. Рассказывают, выступление перед иностранной публикой было волнующим, не знали, как их примут. Но, признаются, реальность превзошла все ожидания. Среди зрителей оказалось много русских ветеранов, которые тепло встретили актеров. Там дедушке одному было 98 лет, и он весь в орденах был, и вот так вот отсюда до отсюда все ордена. Я удивился, что ну, вообще он здесь, и он пришел к нам на спектакль посмотреть, да, узнал, что он есть. Пришел и сказал такую речь грандиозную, да, перед спектаклем, что он после так... После нее было очень удобно играть. Да, очень легко играть было после таких слов, не сыграть было бы предательство. К репетициям труппа подошла очень ответственно. По словам актеров, спектакли по мотивам реальных событий самые сложные. Главное – передать искренность. Гастроли за границу – дело привычное. Правда, из-за того, что публика обычно не говорит по-русски, мастерская показывает пластические спектакли. У нас два спектакля теперь на сегодняшний момент. Это «Пластические мистерии», который состоит из двух частей. Это «Демон» по Михаилу Юрьевичу Лермонтову и «Славянские мифы», то есть ассоциация по славянским мифам. И второй спектакль – это «Чаша». Это уже «Чаша Грааля», это уже «Бои», «Крестоносцы» и так далее. За границей актеров театра «Мастерская» ждут с нетерпением. Скоро труппе предстоит выступить в Дании, Испании и Латвии. Анастасия Ерегина, Николай Сидоров. События. Отдадим работы в добрые руки. С этой идеей все и началось. В мастерскую к самарской художнице Полине Горецкой приехал директор хосписа. Женщина предложила в подарок одну из картин. Он выбрал ту, на которой изображена французская карусель, символ свободы и раскрепощенности жизни. И меня тогда посетила мысль, а почему бы не сделать много каруселей? Ведь это так здорово и весело. И девчонки, которые под моим, так сказать, патронатом занимаются, они написали 15 каруселей самых разных. 15 работ, объединенных одной темой, во всем остальном абсолютно разные. У каждой своя идея, свой взгляд, свой ритм. Молодые художницы мастерской Полины Горецкой создают картину на собственные деньги, в планах провести благотворительный аукцион. Третья работа останется в коллекции Дома журналистов, где можно посмотреть выставку. В Самаре, в преддверии празднования третьей годовщины со дня создания Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» прошел городской слет. В ряды юных патриотов вступили более 200 школьников. Почему интерес к движению растет с каждым годом, выяснила Мария Левина. Всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав юнармии, быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Сегодня самарское юнармейское движение пополнилось 13 новыми отрядами из молодых ребят. После принятия присяги их ждали самые первые испытания. В ряды патриотического движения вступили больше 200 детей. Всего же в Самарской области около 600 таких отрядов. Это больше 20 тысяч человек. Николай Костин учится в 8 классе спортивного лицея. Свою жизнь планирует связать с военной службой. Понимает, что необходима подготовка. В юнармии надеется стать ближе к своей мечте. Юнармия, потому что я хочу быть патриотом своей родины и считаю это интересно. Маршировать, форму, разбирать автомат Калашникова и эти вещи. Отряд Николая называется «Оберег». В спортивном лицее юнармейское движение появилось в прошлом году. Начиналось с 15 человек, сейчас разрослось до 50. Наши дети занимаются несением почетного караула, участвуют в «Зорнице Поволжья» и «Зорница» как военно-патриотическая игра, проводят встречи с ветеранами, сдают нормы ГТО. Помимо дружного марша и строевой подготовки, юнармия – это еще и песни, танцы и спорт. Юные патриоты участвовали в параде Победы на площади Куйбышева. Как он был от нас далек, как по снегу душим таял далек. Это большая заслуга ветеранов, вооруженных сил и педагогического состава, потому что идет разъяснительная работа. Дети активно принимают участие, уже юнармейцы принимают участие в различных мероприятиях, и другие дети смотрят на это и активно тоже вступают в юнармию. Поддерживают юнармию Министерство обороны, ДОСААФ и многие другие военные структуры. Во многом это связано с отсутствием в школах учителей мужчин, а значит и мужского воспитания. Разряжаем. В день присяги юнармейцы прошли порядка 10 испытаний. Среди них игра на барабанах, сдача ГТО и даже мини-гольф. Впереди у юных патриотов амбициозные планы, но все они связаны с родной страной.
Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 21 миллиона просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся.